Челябинские дворы завалены мусором. Жители жалуются. После закрытия свалки отходы просто перестали вывозить. Часть перевозчиков ТБО отказалась работать. Как городские власти решат проблему и когда во дворах снова станет чисто? Егор Хвистюк разбирался. У нас одна мусорка здесь, на всю Плановку, еще плюс сады. Вот уже вторую неделю жители частного сектора в Ленинском районе наблюдают, как растет огромная гора отходов возле мусорного контейнера. Аккуратная раньше площадка превратилась в стихийную свалку. Разгневанные жители попытались дозвониться до компании, которая должна вывозить мусор. Сказали, что закрыли свалку, теперь далеко мусор вывозить. И вот теперь машин не хватает, и мы не можем вывести мусор. Я говорю, что мы теперь должны жить на мусорке. Жители Челябинска жалуются на тонны отходов, которые копятся во дворах. Мусор не вывозят, хотя жители исправно оплачивают счета. Горожане в частном секторе пытаются не усугублять ситуацию. Совсем перестали выносить отходы к контейнеру. То, что можно, закапывают или сжигают. Ну вот я лично из своего дома выношу мусор в соседние пятиэтажные дома. Далеко носить. Но я не хочу выбрасывать сюда, чтобы не загрязнять еще больше. Там такое впечатление, что оттуда вывозят мусор, поэтому я хожу туда, выношу. Сами перевозчики заявляют, все дело в том, что челябинскую свалку закрыли. Теперь им нужно везти отходы намного дальше, на полигон в Полетаево. Раньше максимальная дальность перевозки достигала 20 километров, теперь уже 100, а это обходится дороже. Ну, представьте, вот, ну просто тогда чисто вот, скажем, вам доехать, ну, в Самару, да, доехали, а потом вам говорят, доедете до Москвы, но деньги у вас за Самары. Плечо-то вывоза вот изменилось очень сильно, просто мы физически, да, что не смогли, и предмет договора тут изменили, мы не саботировали. Однако еще до закрытия свалки губернатором Борисом Дубровским было принято решение направить субсидии новым полигонам. И это решение поддержали депутаты области. Фирмы-перевозчики теперь могут не платить за захоронение отходов полигону. Сэкономленные деньги должны покрыть дополнительные расходы на перевозку и сдерживают рост тарифов для жителей. Из 16 организаций, которые вывозят челябинский мусор, 13 с новыми правилами согласились, а 3 отказались работать, посчитав дело невыгодным. Проблема находится на контроле у главы Челябинска. Евгений Тефтелев отметил, что это переходный период. Сейчас чиновники ведут постоянные переговоры с перевозчиками. Мы сегодня работаем и с теми перевозчиками, которые перевозили, и сегодня дополнительные необходимые силы. Значит, привлекаем их. Сегодня работаем с дополнительными силами. Уже, по крайней мере, дополнительно тем автомобилям, которые перевозили, уже мы ожидаем еще дополнительно 20 машин. Вот в ближайшие вот дни. Наладить новую систему вывоза мусора власти города обещают уже к пятнице. Мусор будут вывозить даже ночью. При этом многие жители уверяют, что готовы подождать. Ведь конечная цель перемен – улучшение состояния окружающей среды. Закрытие городской свалки люди ждали десятилетиями. А я вам скажу мнение жителей. Так. Мне не только как председателю комитета территориального самоуправления, но и как помощнику депутата. Люди понимают, что идет строительство. Спасибо. Переработки. Челябинскую городскую свалку официально закрыли 11 сентября. Полигон будут рекультивировать. И к саммитам ШОС и БРИКС на его месте высадят сквер. А новый полигон для челябинского мусора в следующем году построят в деревне Чишма в Сосновском районе. Там мусор будут сортировать и перерабатывать. Егор Хвисюк, Андрей Ярушев, Айдар Насыров, ОТВ.